Всем привет! Вновь приобрел товар для обзора. Такой светодиодный светильник LWL202001. Вот его характеристики. Мощность 9 Вт. Очень белый. 6500 температура. Здесь есть инструкция. Опять характеристики. Цветовой поток 750 люмен. Провод 0,7 метра. 70 сантиметров. Такое ограничение. Дата выпуска 12.2020. Китай. Проводочек. Вилочка. Включатель. И сам светильничек. Купил я его в светофоре. Корпус пластик. Такой мягенький. Он очень легкий. Здесь есть отверстие для крепления. С одной стороны и с другой стороны. Так. Этот светильничек интересно разбирается. Наверное, разбирается, но здесь слегка, наверное, заклеено. Нам же всегда интересно, можно ли его отремонтировать в случае поломки. Это шевелится. Ага. Да, здесь какой-то клей. Так, и что мы видим внутри? Светодиодная лента приклеена. Здесь даже не лента, наверное, а какая-то штука. Она вставлена, что ли, да? Ой, она вытаскивается. Так, здесь что такое? Выпрямитель, наверное, что ли? Плюс-минус какой-то выпрямитель. Здесь вот что-то написано. Наверное, марка светодиодов. Короче, вот такой вот у нас светильничек. Так, с этой стороны. С другой стороны. У нас тоже какая-то микросхемка. И резистор. Сейчас мы это ставим все обратно. За неудобную пробу поставим клавиатуру. Ставлю обратно. В принципе, можно ремонтировать. Так, вставляем. И одеваем. Все очень плотненько садится. Ну что, включаем? Вот такой вот светильничек. Проверю заодно, насколько он яркий. Глаза очень сильно слепит. Вот видите, на столе какой отсвет идет. Стол освещается. Очень яркий. Действительно, 9 Вт. Такой красивый, аккуратный. Подсветка на кухне, например, где-то еще. Сейчас слегка нагрелся он. То есть это диоды все-таки не греваются. Они мощные, поэтому греются. Итак, видеообзор окончен. Посмотрели все потрохамы. Посмотрели, как светится. На этом, наверное, все. Конец. Всем спасибо, кто посмотрел. Если вам понравился обзор или видео, пишись на канал, поставь лайк. Все, пока.